Ты пригласи меня на нашу, когда твой муж опять уедет в чую, я брошу все на крыльях, прилечу я. Ты пригласи меня на нашу. Надень свой шелковый с драконами халат, поставь мне марли или блэкахуру, а я займусь стандартной процедурой. Проклятие! Пальцы в нетерпении дрожат. О, этот сладостный малиновый туман. О, чудный звук небесного оркестра, и в такт движений абсолютного маэстро. Корабль хрустальный чуть качает океан. Ты пригласи меня на нашу. Во имя прошлого, что вечно будет с нами, как водится меж лучшими друзьями. Ты пригласи меня на одно. Она жует на рассвете и слушает Бетлов поутру. Она живет в интернете на сайте одиночества.ру. Она теряет часы, собирает минуты. Она живет по каким-то нездешним часам. Она приходит с работы и сразу в компьютер. Она не верит другим чудесам. Она забросила книги, и год не поливает цветы. Ее друзья — это ники, мужчины виртуальной мечты. На кухне грязной посуды, курган непочатый и безо всяких последствий. Рассыпана соль, но ей на это плевать. Она ходит по чатам и пишет письма под ником «Асоль». Она плетет паутину, она подстерегает его. Она, конечно, блондинка, ей нет и 21. Она не терпит жлобов, не выносит лентяев, нужен тот настоящий, кто сыщется сам. В ее ушах Макаревич, секреты и Митяев, она не верит другим голосам. Но в поисковой системе всегда один и тот же облом. Что толку кликать по теме, что толку вспоминать о былом? 36-й день рождения, так бесприютно, когда никто не приходит, и все позади. Она себе подарила вот этот компьютер, и жизнь опять начала с 20.
когда запутавшись туго в пространстве электронных тенет. Они упустят друг друга, на сайте одиночества нет. Она закроет компьютер, и кончится спячка, а за окном выпал первый пронзительный снег. И там на этом снегу живым курсором маячит давно обещанный ей человек. Тот, что с ее эталоном не схож только в малом, они вдвоем говорят на одном языке. Мужчина в сером костюме и галстуке алом с изгибом желтой гитары в руке.